Мы остановились на том, что Шрёдингер был профессором Цюрихского университета, а там же в Цюрихе был еще политехникум или политехнический институт, там профессором физики был Дебай. Эти два заведения проводили совместные семинары, поскольку, видимо, физиков не так уж много было и там, и там. И где-то вот в осеннем семестре 25-го года Дебай предложил Шрёдингеру выступить с докладом на семинаре, рассказать об идеях де Бройля. Ну, Шрёдингер, в общем, идеями де Бройля в это время как-то интересовался, потому что он прочитал такую положительную их оценку в статье Эйнштейна, которого он уважал. Ну, вот, в общем, где-то в ноябре, причем по некоторым сведениям 22 ноября, то есть сейчас можно праздновать годовщину, состоялся семинар, на котором Шрёдингер выступил с изложением волновых идей де Бройля. Вот он рассказал про то, что условия квантования Бора-Зоммерфельда соответствуют требованию, что на орбите укладывается целое число длин волн. Он показал формулу, которую мы обсуждали уже. В конце этого семинара Дебай заметил, что такие вот рассуждения, что на орбите укладывается какое-то число длин волн, это совершенно детсадовский уровень. А если есть какие-то, что он является учеником Зоммерфельда, и Зоммерфельд их учил, что если есть волны, то должно быть волновое уравнение, которому они удовлетворяют. И серьезное рассмотрение любых волн возможно только путем решения волнового уравнения. Так что некую идею он этим Шрёдингеру подал. И Шрёдингер действительно попробовал ее реализовать. И попробовал, поскольку все идеи де Бройля были исходно совершенно релятивистские, инвариантные, совершенно записаны в релятивистском виде. Шрёдингер сначала написал релятивистское волновое уравнение. Как это ни странно сейчас звучит, сейчас кажется, что не релятивистское, это что-то более простое, но оно и есть более простое, конечно. Он сначала написал релятивистское волновое уравнение, которое сейчас называется уравнением Клейна-Гордона, иногда еще Фука к ним добавляют третьим в компанию. Но вот написал его Шрёдингер где-то в конце 25-го года. И он его решил для атома водорода и обнаружил, что спектр водорода получается не совсем правильной, тонкая структура получается неправильной, не соответствующей экспериментальной, не соответствующей формуле Зоммерфельда, которая правильно описывала эксперимент. Как мы обсуждали случайно, но тем не менее правильно. Ну вот, дальше, где-то много лет спустя, в каком-то разговоре с Дираком, Шрёдингер рассказал вот эту историю, рассказал, что он сначала написал и решил релятивистское волновое уравнение, обнаружил, что оно не дает то, что надо, и на несколько месяцев забросил эту деятельность. Вот здесь существует некая историческая загадка, мнения разных людей различаются. Несколько месяцев – это, похоже, вообще преувеличение в любом случае, но либо он все это делал вот до этого ноябрьского семинара, где-нибудь, скажем, там в сентябре-октябре, либо он это делал после, то есть в декабре. Вот какой именно вариант, непонятно. И вообще говоря, оба варианта так по здравом размышлении содержат некие натяжки и противоречия. Значит, известно тоже из других источников, что радиальное уравнение Шрёдингера помогал ему решать Вейль, который был крупным
математиком и заметно лучше знал, естественно, математику и, в частности, дифференциальное уравнение. То есть Шрёдингер вполне справился там со всеми угловыми зависимостями, а радиальное уравнение он решить сам не смог, попросил помощи Вейля. Вейль его сумел решить, но в то время и Вейль тоже не знал, что это уже вполне известные специальные функции, обобщенные полиномы Лагера. Это в первой статье Шрёдингера не фигурирует. Решение радиального дифференциального уравнения написано в виде, ну, там, неких конечных сумм, которые и есть эти самые полиномы Лагера, только он об этом не знал. Ну вот здесь возникает тоже какая-то загадка. Когда же Вейль помогал Шрёдингеру решать дифференциальное уравнение? То есть если действительно Шрёдингер сначала решил задачу релятивистскую, а с точки зрения решения самих дифференциальных уравнений в кулоновском поле релятивистская и нерелятивистская задача абсолютно одинакова. Уравнения надо решать те же самые. То есть одно решение из другого можно получить там какой-то простенькой заменой букв. То есть если он все это уже решил где-то раньше, то, вероятно, и помощь с полиномами Лагера ему тоже оказал Вейль раньше. Но тогда непонятно, почему, когда Шрёдингер вернулся к своей идее и решил, что, по крайней мере, в нерелятивистском приближении она имеет смысл, и надо бы ее как-то систематически записать и опубликовать, почему он затратил какое-то заметное время, потому что это уравнение, еще раз я говорю, в точности то же самое, радиальное уравнение, которое там представляет наибольшую сложность. Во втором варианте это выглядит более правдоподобно. Если он всем этим занимался в декабре же Вейль ему помог разобраться с одним из дифференциальных уравнений, именно с радиальным, а в рождественские каникулы Шрёдингер, собственно, довел все это дело до конца и уже в начале января имел законченную теорию. Тогда это все происходило очень быстро, в течение месяца, ну, декабря в основном. Ну вот, так вот, значит, в какой-то момент времени Шрёдингер решил, что все-таки эта идея, по крайней мере, в нерелятивистском приближении, то есть без учета тонкой структуры, имеет смысл. И в этот момент он поехал на рождественские каникулы на, ну, там, неделю или несколько больше, сколько у них там эти каникулы длятся, то есть, ну, с 25 декабря, может, немножко раньше, и там до Нового года включительно. В Арозу. Это швейцарский горнолыжный курорт в Альпах где-то. Он уже там раньше бывал. Причем тут есть еще одна другого рода историческая загадка. Известно, что Шрёдингер туда поехал не один, а с любовницей. Кто именно это был, до сих пор неизвестно. Тщательные проверки неких его там постоянных многолетних любовниц вроде бы не дают положительных ответов, они там все были где-то в других местах. То есть кто же именно там с ним был в Арозе и кто играл роль музы, которая его вдохновляла на великие физические открытия, это так и осталось неизвестным. Но тем не менее, когда Шрёдингер вернулся в начале января в Цюрих, у него все уже было готово, и где-то вроде бы 7 января или около того он снова выступал на таком же объединенном семинаре, на котором он сказал, вот в прошлый раз было сказано, что нужно волновое уравнение, так вот и теперь я его получил, вот оно вот такое-то. Теперь, значит, ну и в начале же января он послал первую статью. Вся вот эта теория, волновая механика, изложена в нескольких статьях в 26-м году. Причем вот есть, собственно, основная серия статей, которая называется «Квантование как проблема собственных значений». Это 4 статьи. Ну и плюс к тому есть несколько, так сказать, дополнительных статей, которые не относятся к этой основной серии, но проясняют отдельные тоже важные вопросы. Значит,
Судя, да, то есть некий черновик Шрёдингера, где действительно написано релятивистское волновое уравнение и какие-то куски его решения, действительно существует. Дата на нем не стоит, поэтому когда он написан, неизвестно. А вот черновики, где написано и решается не релятивистское уравнение Шрёдингера, они значительно полнее, они сохранились, по ним все можно проследить. При этом видно, что для получения волнового уравнения Шрёдингер, ну, для вывода сказать нельзя, потому что его, естественно, нельзя вывести из классической физики. Это другая наука, это уже квантовая механика, и поэтому могут быть только наводящие соображения. Так вот, наводящие соображения, которые он использовал в черновике, они фактически такие же, которые сейчас используются в подавляющем большинстве учебников в самом начале изложения квантовой механики. То есть, значит, ну вот пишем волновое уравнение. Нэпла квадрат пси плюс к квадрат пси равно нулю. Ему удовлетворяют, ну там, плоские волны с волновым вектором к. Теперь, ну это в случае свободных частиц пока, допустим, так. Дальше, что мы пишем? Что k квадрат, это есть p квадрат на h квадрат, это есть 2me кинетическое на h квадрат, ну или это есть 2m на h квадрат e минус u, где u – потенциальная энергия. И по-прежнему в предположении, что потенциальная энергия постоянно не зависит от координат, это волновое уравнение, соответственно, можно написать как Нэпла квадрат пси плюс 2m на h квадрат e минус u пси равняется нулю. Ну а дальше делается единственный во всем этом выводе логический скачок. Говорится, а допустим, это уравнение справедливое, когда u является функцией координат тоже. Очень логичная гипотеза. Собственно говоря, ну, если, например, u мало меняется на расстояниях порядка длины волны, то это, в общем-то, практически наверняка так и есть. В пределах там одной длины волны u можно считать практически постоянным. Ну, а когда вот u меняется, ну, тогда, значит, можно предположить, что волновое уравнение имеет такой вид. Ну, а дальше все, в общем-то, ясно и понятно. Кулоновский потенциал сферически симметричный. Дальше, как обычно, то есть, как обычно, Шрёдингер в том числе хорошо знал то, что тогда называлось, ну, вот, математической физикой, то есть уравнение математической физики, волновое уравнение в частности. И основной метод, особенно когда есть какие-нибудь симметрии, это разделение переменных. Значит, дальше он делал разделение переменных, писал эту пси как произведение функции радиуса на функцию угла тета на функцию угла φ, получал три обыкновенных дифференциальных уравнения. Для угловых частей получалось совершенно то же самое, что, скажем, для звуковых волн в сферической полости, например, в общем, для любой такой сферически симметричной задачи про волновое уравнение. Радиальное, ну вот, содержащее кулоновский потенциал, оно, в общем, несколько сложнее. Но тут, кстати, есть любопытный момент, что очень похожее дифференциальное уравнение рассматривается в совершенно стандартной в то время книжке Курант и Гильберт «Методы математической физики». Там рассматриваются просто полиномы Лагера. Для решения задачи об атоме водорода нужны, которые с одним индексом. А вот для атома водорода нужны обобщенные полиномы Лагера с двумя индексами. Немножко более сложное дифференциальное уравнение, которое содержит два параметра вместо одного. Но, тем не менее, это довольно прямолинейное обобщение. Ну вот, значит, дальше Шрёдингер. Ну да, требования какие накладывались на пси? На пси накладывались требования, во-первых, вот в первых трех работах
Шрёдингера, он считал, что пси-функция действительная, что пси на самом деле может быть функцией комплексной. Это он понял только вот в четвертой работе, где обсуждалась зависимость от времени, нестационарное уравнение Шрёдингера. Но вообще говоря, вот для связанных состояний абсолютно достаточно использовать действительные функции. То есть пси, это, по его мнению, должна была быть действительная функция, там, гладкая, без особенностей, то все пятое, десятое. Ну и при наложении всех этих условий решения существуют только для дискретного набора энергии. Ну и этот дискретный набор энергии и дает энергии атома водорода в полном согласии с тем, что незадолго, за несколько месяцев до того, совершенно правильно вывел Паули в рамках матричной механики. То есть это был в этом смысле второй вывод спектра водорода. Ну, правда, что это одна и та же теория, это тогда еще тоже не было ясно. Это выяснилось скоро, но чуть позднее. Так, ну вот, значит, ну, собственно, вот в этой первой статье, которая была послана в начале января в журнал, практически ничего другого и... А, нет, тут я вру. Тут на самом деле почему-то, действительно очень трудно понять почему, вместо такого вот, ну... вывода, не вывода, но, по крайней мере, пути к уравнению, к волновому уравнению, Шрёдингер использовал совершенно другой аргумент, который, вообще говоря, довольно, ну, довольно трудно как-то его обосновать, не очень понятный он. Ну, я могу вот написать эти несколько формул, но, с другой стороны, я не вижу как-то в этом большого смысла, может быть, и не стоит. А, ну нет, одну вещь, пожалуй, стоит сказать. То есть при помощи вот этого вот другого аргумента, который кажется ни на чем не основанным, в общем-то, Шрёдингер пришел сначала к вариационному принципу, к тому, что интеграл от... h квадрат на 2m на градиент пси в квадрате от некой квадратичной формы минус e минус u пси в квадрате ну, по объему должен быть экстремальным, то есть дельта от вот этого вот интеграла равняется нулю. Вариационный принцип – это вещь полезная, он является основой многих современных методов приближенного решения уравнения Шрёдингера во всяких сложных ситуациях, когда берется, ну, там, просто пробный класс волновых функций с конечным числом параметров и ищется минимум по вот этим параметрам, и говорится, что вот это есть приближение к основному состоянию вот этой вот сложной системы, для которой, например, не решается уравнение Шрёдингера. Ну вот, ну а отсюда стандартным образом берем вариацию, интегрируем по частям, у одного члена меняется знак, получается вот это, конечно, волновое уравнение. То есть вариационные принципы, волновое уравнение есть вещь достаточно эквивалентная. Дальше, уже в феврале эти статьи действительно появлялись в очень быстром темпе, вышла гораздо более длинная и подробная статья, где более подробно излагались ну, вот какие-то основания этого подхода Шрёдингера к квантовой механике. В качестве таких оснований использовалась оптико-механическая аналогия, которую углядел еще Гамильтон когда-то там в XIX веке давно, и которая, в общем, тоже ну, так, активно обсуждалась и развивалась в начале XX века. Состоит она в том, что уравнение геометрической оптики, в частности, геометрическую оптику можно
излагать, в принципе, хотя это не самый распространенный способ на языке, уравнение канала. Вот это самое уравнение канала геометрической оптики, оно имеет точно такой же вид, как уравнение Гамильтона-Якоби в механике. И поэтому всегда можно сказать, что ну, задача нахождения луча в геометрической оптике и в какой-нибудь среде с переменным показателем преломления и соответствующая ей задача нахождения движения частицы в классической механике в каком-то потенциале, где вот между показателем преломления и потенциалом надо установить там связь. Это одна и та же математическая задача. В одном случае это уравнение канала геометрической оптики, в другом это уравнение Гамильтона-Якоби механики. Ну а дальше что говорится, что геометрическая оптика есть не точная наука, это есть приближение к волновой оптике. Поэтому можно логично предположить, что классическая механика тоже не есть точная наука, это есть приближение к волновой механике. Вот что Шрёдингер и сделал. И опять же с использованием вот этой вот оптико-механической аналогии опять же получил это же самое уравнение волновое. Но этот вывод, он уже действительно идейно очень похож на то, что я тут написал. Там какие-то детали другие, там он приравнивал фазовую скорость волны и в оптике и фазовую скорость волны де Бройля, и отсюда получал связь между показателем преломления, так сказать, в оптической стороне аналогии и потенциалом. Но на самом деле это, по-моему, только лишнее усложнение, по-моему, вот этой связи вполне достаточно, потому что ну, мы знаем, что P равно HK, ну и все. А как P квадрат связано с энергией, в частности с потенциалом, тут написано. Это просто по существу то же самое. Ну вот, так вот в этой второй статье довольно так это долго и подробно обсуждается оптико-механическая аналогия, обсуждается, что можно попробовать обобщить классическую механику точно так же, как обобщить от геометрической оптики к волновой. И потом решаются еще несколько задач, а именно решается в очередной раз задача про гармонический осциллятор, задача про ротатор, причем две задачи про ротатор. Ротатор с фиксированной осью, ну то есть такая вот одномерное движение частицы по окружности. И ротатор с нефиксированной осью, это там, ну, условно говоря, твердое тело, которое может в пространстве вертеться как угодно. И обсуждается еще задача о двухатомной молекуле, которая представляет собой, ну, опять же, ротатор, но не жесткий. То есть она может вертеться и может колебаться. И вот обсуждаются молекулярные спектры на основе решения уравнения Шрёдингера. Молекулярные спектры в рамках матричной механики тоже уже обсуждались где-то в конце предыдущего года, 25-го. Но тут результаты тоже получились соответствующими друг другу. Дальше я продолжу вот по этой серии статей, которая называется «Квантование как задача о собственных значениях». А на самом деле тут в промежутке была другая статья, очень важная, вклинена, но ее я чуть-чуть отложу. Значит, в мае появилась следующая статья, третья из этой знаменитой серии, в которой, тут тоже очень большая и длинная, в которой подробно обсуждалась теория возмущений. Собственно говоря, ну вот все, что написано в любом современном учебнике квантовой механики про теорию возмущений, стационарную, включая вырожденный случай тоже, все содержится уже в этой статье Шрёдингера. С другой стороны, стационарная теория возмущения, она достаточно одинаково пишется, что на языке матричной механики, что на языке волновой механики. Принципиальных отличий на самом-то деле нет. Вот. И в качестве приложения обсуждается эффект Штарка в водороде.
воспроизводятся, в точности воспроизводятся. Это как раз некое совпадение, конечно. Формулы, которые были получены Эпштейном и Шварцшильдом в рамках еще старой квантовой теории Бора-Зоммерфельда. Но опять же, эту задачу тоже уже решили в рамках матричной механики. Да, и интенсивности линий тоже, то есть полное рассмотрение эффекта Штарка в водороде, включая не только расщепление спектральных линий, но и относительные интенсивности этих разных компонентов, на которые расщепление происходит. И в следующем месяце, в июне, была послана и опубликована четвертая статья из этой серии, где обсуждались нестационарные задачи. Значит, во-первых, именно там впервые появилось временное уравнение Шрёдингера. Ну, давайте я его попробую написать. И H D C по DT должно равняться. Ну, значит, сейчас пока что я так буду писать: минус H квадрат на 2m на пла квадрат плюс у на пси. Вот так, вроде все правильно. А вот, значит, из этого нестационарного уравнения Шрёдингера он получил уравнение непрерывности, которое характеризует сохранение чего-то. Ну, как сейчас мы все говорим, сохранение вероятности, но Шрёдингер это интерпретировал по-другому. То есть некая плотность, есть некий ток, и они удовлетворяют стандартному закону сохранения. Да, ρ по dt плюс дивергенция g равно нулю, где ρ равняется модуль пси квадрат. Но g я выписывать не буду, это общеизвестная формула. Вот в связи с этим Шрёдингер обсуждает вопрос об интерпретации, что же такое эта волновая функция. И интерпретация у него была сугубо классическая, сугубо непрерывная. То есть он считал так, что электрон – это волна. Это вообще не частица, это волна, которая имеет вот некую плотность, которая там меняется в зависимости от координат и времени. Ну, в частности, E на модуль пси квадрат – это будет плотность заряда. Ну и поэтому, поскольку вот в пространстве имеется какая-то колеблющаяся плотность заряда, электрон может излучать электромагнитные волны. Но тогда возникает естественный вопрос, а как же быть со всеми случаями, где электрон наблюдается как частица? А надо, Шрёдингер говорил, что это волновые пакеты. То, что волновые пакеты обязательно расплываются, он не знал тогда, в тот момент, но и вообще-то наука была еще слишком новой. Поэтому он считал, что волновой пакет может существовать долго, не расплываясь, и вот такой волновой пакет каких-то ограниченных размеров представляет собой то, что мы видим как частицу. То есть это чистая непрерывная интерпретация, без понятия частиц вообще. Ну и здесь же, зачем все это затевалось в значительной степени, здесь же Шрёдингер формулирует теорию возмущений, зависящих от времени, и в том числе гармонически зависящих от времени. И на основании этого рассматривает случай, когда на атом падает электромагнитная волна и рассеивается. То есть он заново выводит теорию рассеяния, получает совершенно правильную формулу Крамерса-Хайзенберга, которую они угадали, ну и которая потом уже тоже была выведена в матричной механике, он получил ее из волновой механики. Включая комбинационные частоты, то есть он тоже, как и Крамерс-Хайзенберг, обратил внимание, что когда ну, вот электромагнитная волна падает на атом, то рассеянная волна может иметь другую частоту. Атом может перейти на другой энергетический уровень, но, соответственно, рассеянная волна будет иметь другую частоту. Теперь, ну, чтобы с этим покончить, еще в следующем месяце, в июле, была написана некая статья
которая уже не относится напрямую вот к этой серии про квантование как проблему собственных значений, и в которой Шрёдингер получил некое специальное решение нестационарного уравнения для осциллятора. Это решение, которое принято называть когерентными состояниями, которые очень широко используются, и в квантовой оптике они используются. Вообще до сих пор очень часто и очень широко требуются вот эти вот нестационарные решения. Они представляют собой волновые пакеты, которые не расплываются и которые колеблются просто в соответствии с классическими ньютоновскими уравнениями движения. То есть этот волновой пакет имеет какую-то конечную ширину, и вот так он вот в этом осцилляторном потенциале, ну, нарисую я, что ли, эту штуку, вот потенциал, вот есть такой пакет, вот он идет сюда, потом идет обратно, так вот туда-сюда и бегает, не расплываясь. И Шрёдингер это воспринял как указание на то, что, скажем, в случае атома при достаточно больших квантовых числах можно построить волновой пакет, который будет крутиться по эллиптической орбите вокруг ядра и не будет расплываться. Ну, это неправильно. А для случая осциллятора совершенно правильно, получил очень ценное и очень полезное решение, когерентное состояние. Ну вот, то есть на самом деле на дефект такого рассуждения обратил его внимание практически сразу же Хайзенберг, который показал просто на примере свободно движущегося волнового пакета, казалось бы, самый простой случай, с которого и надо было бы начать, что волновой пакет обязательно расплывает. Если подождать достаточно долго, он будет иметь огромные размеры. Осциллятор – это практически единственное исключение. И исключение связано с тем, что там частота колебаний не зависит от амплитуды. Ну, то есть, как бы можно считать, что вот этот самый волновой пакет, он содержит состояние, ну, там, с разными импульсами, это же не плоская волна, это значит, там есть состояние с разными импульсами. Но какой бы импульс ни был, через период колебаний частица с таким импульсом вернется в прежнее место с прежней фазой. Поэтому волновой пакет и будет бегать как целое. То есть это исключительное свойство осциллятора, которое больше нигде не встречается. Кроме того, есть другой принципиальный момент. Шрёдингер сам же, я точно не помню, в которой из этих статей обсуждал, обсуждал, что будет, если мы рассматриваем систему нескольких частиц, взаимодействующих друг с другом. И совершенно правильно там сказал, что тогда пси будет функцией от всех координат сразу, то есть от точки в конфигурационном пространстве. Если есть n частиц, есть 3n-мерное конфигурационное пространство, и пси, которое зависит от 3n штук координат. Ну, а это уже как-то не укладывается совсем в такую вот классическую волновую интерпретацию, что вот в нашем трехмерном пространстве есть волна, она там куда-то распространяется и так далее. Так что такая вот чисто непрерывная интерпретация, она вроде бы как не проходит, но с другой стороны смысл этой пси, которая чисто случайным образом Шрёдингер обозвал этой буквой, был тогда, в общем-то, никому не понятен. Теперь я чуть-чуть возвращаюсь назад. И вот между второй и третьей работами основной серии Шрёдингер опубликовал еще одну очень важную статью про эквивалентность волновой и матричной механики. То есть сначала, когда он придумывал вот этот формализм, он считал, что он придумывает нечто, так сказать, принципиально новое. Про матричную механику он слышал, причем, поскольку дело-то было в основном осенью 25-го года, он знал первые две статьи.
Хайзенберга, который вообще понять очень трудно, и Борна-Йордана, которую понять уже можно, но которая далеко не все содержит. Третья статья вышла в самом конце декабря у всех трех авторов, где систематически и подробно все изложено. Шрёдингер ее не знал. И матричная механика ему сильно не нравилась. По причине отсутствия наглядности, главным образом, и по причине того, что используется, как он говорил, там, некий аппарат высшей алгебры, который мало знаком большинству физиков. Ну, тогда, может быть, был мало знаком, но с матрицами вроде бы все как бы научились работать позже. То есть он считал, что он создает нечто другое, отличное от матричной механики. Но поскольку вот на всех примерах, там атом водорода, осциллятор, ротатор, оказывалось, что волновая механика дает точно те же самые спектры, что и матричная механика Хайзенберга, Борна-Йордана, то Шрёдингер все-таки подумал, что это вещи математически эквивалентны. Ну и поэтому он как раз написал вот эту статью в марте 26 года, в которой впервые появилось тоже некие важные понятия, такие как оператор импульса. До того он не встречался нигде. То есть Шрёдингер говорил так: как можно получить вот эти матрицы Хайзенберга с компанией из волновых функций? А вот так. Вот, допустим, у нас есть гамильтониан, и есть решение собственной функции и собственное значение этого гамильтониана. Вот эту вот задачу на собственное значение мы, допустим, решили. Тогда Q там, из n-ного состояния в n-тое состояние, матрица имени Хайзенберга, это есть просто-напросто интеграл от Q пси n пси m dQ. Ну, в то время он не знал, что пси может быть комплексным, поэтому то, что вот эту надо писать сопряженное, он не писал сопряженное. Но в остальном все абсолютно верно. А, ну да, кстати, конечно, прежде чем писать вот эту формулу, надо написать еще одну формулу, что собственные функции ортонормированы, что интеграл пси m пси n dQ равен дельта m. Но то, что, скажем, собственные функции, соответствующие разным энергиям, ортогональны друг к другу, это выводится в одно действие вот из этого уравнения, а нормированы они, допустим, на единицу. Тогда, то есть, вот это, ну, волновые функции состояния, имеющих определенные энергии. И хайзенберговская матрица, скажем, координаты, например, выражается как вот такой вот интеграл. А матрица с двумя индексами импульса выражается как вот такой интеграл. И вот это уже есть нечто новое. Здесь действительно впервые появился оператор импульса, минус и hd по dq. Ну и дальше можно легко проверить, можно действительно в одно действие проверить, что вот этот оператор и оператор q коммутируют так, как надо, минус и hd по dq на q, минус наоборот q на минус и hd по dq, это действительно есть минус и h, как оно и должно быть. А, ну да, и правила умножения матриц соблюдаются автоматически, потому что вот здесь, кроме соотношений ортогональности, есть еще соотношение полноты, которые говорят о том, что всегда можно любую функцию разложить по полному набору функций, вот по этому набору пси. И поэтому, если мы хотим перемножить две, ну, вот физические величины, ну, там, q на p, например, мы между ними в серединку вставляем этот полный набор функций, и получаем правило умножения матриц такое же, как у Хайзенберга. Тем самым
Шрёдингер действительно продемонстрировал, что, во-первых, волновая механика и... еще, наверное, последнее слово по поводу этой демонстрации состоит в том, что матрица, соответствующая H от Q и P, она должна быть диагональна. Вот по построению матричной механики требуется, чтобы матрица H была диагональна, и вся задача решения, нахождения спектра какой-нибудь системы сводится к диагонализации этой матрицы. Но в квантовой механике, в волновой механике, эквивалентом этого является вот это вот уравнение на собственное значение. То есть... Он повторил дальше, фактически исходя из вот этого, практически все, что написано в статье Борна-Йордана, во второй статье по матричной механике, но на языке волновой механики, волновых функций и дифференциальных операторов вместо матриц. Причем интересно, что тогда же, похоже, что чуть позже, но это уже, как это говорится, в пространственно-подобной области. То есть это событие, несомненно, независимое. Практически все то же самое получил Паули. Это нигде не опубликовано. Это доказательство эквивалентности волновой и матричной механики. Только было некое длинное письмо. Паули вообще очень любил писать разным коллегам длинные и подробные письма с изложением своих идей. И вот где-то тоже весной же 26-го года он послал длинное письмо Йордану, в котором, во-первых, изложил основные идеи волновой механики Шрёдингера, немножко их причесав по своему усмотрению, как ему больше нравилось, как ему казалось более ясно, скажем. А потом сказал, что на самом деле все это совершенно эквивалентно матричной механике, и привел там фактически тот же самый набор утверждений, который был у Шрёдингера. Шрёдингер в связи с этим позже же тоже писал в письме там кому-то, что он очень восхищается Паули, что он на самом деле долго не мог понять, как же можно продемонстрировать эту эквивалентность. Потом до него наконец дошло, и потом он потратил тоже какое-то заметное время на то, чтобы вот всю эту машинерию разработать. А Паули так это мимоходом запросто взял, получил в точности то же самое и в письме своему коллеге написал. Ну, это неудивительно, Паули не раз делал такого рода вещи. И, наконец, на самом деле еще есть третий человек, который тоже независимо от Шрёдингера и Паули доказал эквивалентность волновой и матричной механики. Это Эккарт, американец, который сначала провел доказательство для частного случая гармонического осциллятора, потом его обобщил, написал там некую такую алгебру операторов, но эта алгебра операторов, она, в общем, очень похожа на то, что, например, Дирак писал, ну и в конце концов тоже написал, что оператор импульса есть минус H до PDQ, и отсюда, в общем, все следует. Отсюда следует коммутационное соотношение Хайзенберга, написанное впервые Борном и Йорданом. Это было опубликовано, во-первых, это опять же чуть позже, это май 26-го года, но явно он не знал в двух предыдущих доказательствах. Во-вторых, было опубликовано где-то в Америке, а то, что опубликовано в Америке, в то время читать было не принято в приличном обществе, поэтому про это третье доказательство как-то никто особо не знал. Но сейчас я... пожалуй, так, чуть-чуть вернусь по времени назад, расскажу еще про две работы, которые были по-русски сказать, предтечами волновой механики, в которых волновая механика не была на самом деле открыта, но очень многие ее элементы уже появились. Значит, первая работа – это «Ланцеш», это январь 26-го года.
где он переинтерпретировал матричную механику Хайзенберга, Борна, Йордана на языке интегральных уравнений. Ну, я не буду... А, ну да, кто такой Ланцаш? Откуда он такой вообще взялся? Это венгр, который... Одним из его учителей в университете был Этвиш. Этвиш, наверное, самый знаменитый, собственно, венгерский физик, который там измерял это притяжение двух тяжелых шаров, определял ньютоновскую константу. Вот. Но потом, в связи с неустойчивой и весьма неудобной политической ситуации в Венгрии, он перебрался в Германию и занимался он, в общем-то, общей теорией относительности. Квантовой теории не имел никакого отношения вот практически до самого этого самого января 26-го года. А потом он написал такую вещь, я ее буду писать нарочно в обозначениях, похожих на шрёдингеровские, обозначения у Ланцаша, естественно, были другие. Значит, он сказал, что можно матричную механику сформулировать на языке интегральных уравнений. Допустим, есть какая-то непрерывная переменная, ну, назовем ее x, это вовсе не обязана быть координата, это просто какая-то непрерывная, может быть, многомерная, про то, в каком пространстве живет этот x и в какой области и так далее, ничего не обсуждается. Ну, предполагается, что это некая непрерывная величина. И дальше говорится, что у каждой матрицы... во-первых, говорится, что можно написать уравнение на собственное значение. Вот если у нас есть гамильтониан, который есть ядро интегрального оператора, h от xy, на какие-нибудь функции ψn от y, dy, соответственно. Это пусть будет у нас en на ψn от x. То есть гамильтониану в этом формализме Ланцаша сопоставляется ядро интегрального оператора, некая функция двух переменных. И дальше говорится, а вот en тогда будут собственные значения вот этого вот интегрального уравнения. Интегральными уравнениями тогда активно занимались. Это считалось довольно, ну, что ли, общеизвестной вещью. А дальше, если у нас есть, например, две величины, которые каждая из них является вот таким ядром, зависит от двух непрерывных переменных, то можно определить их произведение, произведение AB, которое будет функцией от x и y, и которое будет определяться как интеграл A от x, скажем, z на B от z, y, dz. Ну, а вот эти вот самые матрицы, которые Хайзенберга, Борна, Йордана, они тогда будут определяться как интегралы, ну, вот матрица, скажем, А из состояния N в состояние M, она будет определяться как интеграл, здесь будет стоять ψm от x, здесь будет стоять a от xy, а здесь будет стоять ψn от y. И все это тогда dx, dy. Фактически все точно то же самое, что всю жизнь было в матричной механике, только вместо дискретного индекса предлагается использовать некую непрерывную переменную. Ну и в частности, Ланцаш получил, что P, коммутатор P с Q должен быть чем? Он должен быть минус EH на то, что Ланцаш написал в виде E от XY, некое ядро E от XY, которое определяется по определению E от XY, определяется как сумма по всем вот этим собственным функциям, которые образуют полный набор от пси n от x на пси n от y. На самом деле мы, конечно, знаем, что все, что тут написано, абсолютно правильно, и эта функция есть дельта от x минус y. Но дельта-функцию Дирак еще не изобрел,
Поэтому Ланцеш не знал, что делать вот с этим странным объектом, который там равен везде нулю, кроме начала координат. И поэтому он дальше пустился в какие-то не очень внятные рассуждения, что можно вот как-нибудь квантовую механику слегка видоизменить, так чтобы вот эта функция была, ну, там, нормальной функцией. Не дельта-функция, а, скажем, какой-то функции, имеющей резкий максимум, но, тем не менее, максимум конечной ширины. А вот. Вот это вот работа Ланцеша, которая называлась что-то типа «Полевое представление квантовой теории» или что-то в этом роде. Вот это пси, но оно у него не пси называлось какой-нибудь другой буквой. Это было вот некое поле. Ну ладно, Ланцеш больше, в общем-то, ничего такого выдающегося не сделал, кроме вот этой вот работы, которую можно действительно вполне рассматривать как, ну, шаг в правильном направлении, как шаг в направлении вот к теории Шрёдингера, и более того, как шаг к теории преобразований, которая позднее объединила шрёдингерский и хайзенбергский подход в единое целое. И была еще одна любопытная работа, тоже в январе 26 года. Я ее тоже напишу нарочно в модернизированных обозначениях, чтобы она была больше похожа на что-то привычное. Но некоторые идеи, которые там содержатся, они, в общем-то, тоже вполне предвосхищали будущее развитие. Это работа Борна и Винера, которая называлась что-то типа «Операторный подход к квантовой механике». Операторами они называли немножко не то, что мы называем сейчас. Значит, Винер – это знаменитый математик. Борн поехал в Америку где-то вот осенью 25 года, выступал там с циклом лекций, познакомился вот лично с Винером, и они совместно работали над неким новым представлением квантовой механики. Основная идея, ради которой все это Борн затевал, состояла в том, чтобы научиться решать не задачи о связанных состояниях, а задачи о частице, которая может улетать куда-нибудь на бесконечность. Похоже, Борна этот вопрос интересовал долгое время, и чуть позже вот он рассмотрел задачу рассеяния в шрёдингерской науке. Но это мы обсудим сегодня же, но чуть позже. Вот. А в этой работе с Винером, Винер тогда, кстати, он вообще много лет занимался такой вещью, как обобщение гармонического анализа, обобщение интегралов Фурье на все более и более широкие классы функций. И в частности, при помощи этих обобщений он пытался обосновать хоть как-то математически то, что называлось операционное исчисление, которое придумал Хевисайд, которое активно использовали там инженеры практики, которые лихо делили на оператор дифференцирования плюс константа или прочее там действия такого рода производили. Математиков от этого волосы дыбом вставали, а результаты получались правильные. Поэтому Винер решил это все как-то обосновать, ну, и обосновал. Для этого ему пришлось интегралы Фурье обобщить на более широкие классы функций, чем те, для которых они раньше рассматривались. И вот все вот эти уравнения а-ля Хевисайда из электротехники на языке Фурье компонент оказывались вполне понятными и вполне математически правильными. Ну так вот, идея как раз использовала отчасти вот это самое развитие Винером операционного исчисления. То есть, скорее всего, это надо было бы так и назвать. Это на самом деле уже тонкости русского перевода. По-русски это называют не операторное исчисление, а операционное исчисление. Там, где вот встречаются операторы дифференцирования, и дальше мы с ними обращаемся как с некими символами в уравнениях. Ну, так вот это подход в рамках операционного исчисления квантовой механики. Значит, начинается все с того, а что такое, собственно говоря, матрица? Матрица – это преобразование вектора в вектор. То есть, если у нас есть матрица А, МН, и мы подействуем на столбец чисел ψ, N, мы получим какой-то другой столбец чисел φ, M.
Ну, очень хорошо. Давайте вместо столбца чисел, это все по-прежнему происходит в рамках матричной механики Хайзенберга с компанией. То есть вот эти N и M соответствуют определенным уровням энергии. Тогда вот вместо столбца ψn мы возьмем, рассмотрим функцию ψt, которая будет суммой ψn на e в степени минус i en, ну как бы это так, t на h, вот так вот напишем. Ну и соответственно φ от t будет тоже такая же самая сумма e в минус i e n t на h. И вот это преобразование от столбца чисел к столбцу чисел превратим в преобразование от функции к функции, что от функции φ от t будет оператор, действующий на функцию пси от t. Оператор этот, в частности, как частный случай, может быть вот таким же вот интегралом с ядром с каким-то. Но не обязательно. То есть вот на языке вот этого операторного или операционного исчисления вполне понятной вещью является, скажем, единичный оператор. А на языке интегральных уравнений не является. Единичный оператор – это ядро, равное дельта функции, которое тогда никто не знал. Ну, а дальше они вполне лихо доказали, что коммутатор P с Q равняется минус и H на единичный оператор. А, например, Q с точкой, ну или P с точкой, аналогичная вещь, это есть коммутатор D с Q. Ну, то есть dq минус qd, если подробнее написать, где d есть оператор дифференцирования по времени. То есть вот это все, все эти символы непонятные действуют на функции одной переменной, функции времени. Ну и d под dt в этом смысле есть вполне уважаемый оператор, не хуже, чем в электротехнике у Хевисайда. Ну и тогда, значит, вот эту вот формулу можно совершенно эквивалентным образом записать как коммутатор с гамильтонианом, и получается, что гамильтониан равен минус и hd. Ну или наоборот, d через гамильтониан написать в любую сторону. То есть вот этот оператор дифференцирования по времени вот таких вот функций эквивалентен гамильтониану. Ну, а то есть в каком-то смысле тут уже содержится нестационарное уравнение Шрёдингера, но в очень условном, потому что позже Борн очень сильно сожалел, что вот про время они это сообразили, что гамильтониан соответствует производной по времени. А вот если бы они тогда же догадались, что импульс соответствует производной по координате, они бы получили уравнение Шрёдингера, раньше Шрёдингера, но не догадались, бывает. Ну и потом они решили в n плюс первый раз задачу про гармонический осциллятор, которая формулировалась так, что, значит, уравнение движения – это d квадрат плюс омега квадрат на q равно нулю. Ну и дальше они вот с использованием всего этого формализма благополучно нашли, что же за Q тут получается, какие у него есть вот эти QNM, которые вот эти вот матричные элементы. Ну, ничего нового, собственно говоря, они не получили в этом месте. Решили вроде бы, но как-то это место мутное, и, честно говоря, мне его толком понять не удалось. Написали они, что решили задачу о свободном движении частицы. В чем это решение состоит? Как-то это мне не очень, честно говоря, понятно, но, может, и решили действительно вот на вот таком вот языке. Ладно, так вот, значит, этот самый, как бишь его там звать, Эккарт, он использовал как раз статьи как Ланцеша, так и Борна-Винера для доказательства эквивалентности волновой и матричной механики. Ну, и значит,
Еще рассказывают, это может быть, конечно, и какая-то позднейшая придумка, не обязательно это так и есть, что в какой-то момент после появления, как минимум, там первой парочки работ Шрёдингера на каком-то большом сборище, там на семинаре в Берлинском университете, ну вот, кто-то рассказывал, что вот появились такие новые интересные статьи, на что Эйнштейн сказал, что недавно у нас не было ни одной квантовой теории, а теперь их есть целых две. Это уже как-то перебор некоторый. На что кто-то тут же из аудитории сказал, а вот есть письмо Паули, в котором доказывается, что это на самом деле одно и то же. Хайзенберг и Шрёдингер поначалу весьма отрицательно относились к вот, творениям друг друга, скажем так. То есть Хайзенберг говорил, чем больше я думаю о физическом содержании теории Шрёдингера, тем более ужасным оно мне кажется. Речь шла как раз в основном вот про эту интерпретацию, про то, что вот есть только непрерывная волна и все такое прочее. Ну а Шрёдингера вот отпугивала высшая алгебра и отсутствие наглядности. Шрёдингер выступил, ну, он много где выступал на семинаре, в частности, выступил на семинаре в Мюнхене с докладом обо всем этом деле. Это было в июне. В это же время там просто по случайным причинам гостил Хайзенберг, который присутствовал на этом докладе. Ну и после доклада Хайзенберг, естественно, тут же вскочил и стал задавать вопросы, а как на таком чисто непрерывном языке можно объяснить дискретные квантовые явления, такие как, ну, например, фотоэффект. Вот свет падает на атом, выбивает из него электрон, который полетел, который как частица регистрируется. В этот момент вскочил Вин, который там же был, который такой сугубый классик старшего поколения. И, как Хайзенберг потом говорил, чуть было не выкинул его из аудитории. И сказал: молодой человек, вы должны понимать, что вся эта ваша полная чушь с квантовыми скачками, что с ней уже все покончено. Шрёдингер уже все объяснил, а что он еще не объяснил какие-то детали, ну, значит, объяснит немного позже. Надо просто немного подождать. Потом Шрёдингер уже осенью поехал в Копенгаген. Ну, все ездили в Копенгаген, надо было пообщаться с Нильсом Бором, узнать его мнение и так далее, выступить там с докладом опять же. Ну, и там у них происходили очень бурные обсуждения. То есть дискуссия началась прямо на вокзале, когда Шрёдингер только там сошел с поезда, Бор на него тут же накинулся и начал ему там что-то доказывать. Шрёдингер остановился в доме Бора, поэтому сбежать от него у него не было никаких разумных шансов. А Бор просто приходил к нему в комнату в любое время, в том числе там где-нибудь поздно вечером, и начинал с ним спорить. В конце концов, ну да, значит, какая, ну там, основная, так сказать, идея? Шрёдингер доказывал, что идея квантовых скачков, вот эта идея прерывности, это вообще абсурд, потому что непонятно, как можно себя представить. Вот, допустим, у нас есть какие-то вот эти самые стационарные орбиты. Как электрон перепрыгивает с одной орбиты на другую, при этом излучает электромагнитную волну? Если он переходит с одной орбиты на другую непрерывно, то логично предположить, что частота излучаемой волны будет как-то непрерывно зависеть от времени и не получится резких спектральных линий. Если он перепрыгивает мгновенно, то непонятно, как это можно вообще себе представить, и тоже непонятно, почему излучается монохроматическая волна. А вот если заменить картину с частицы электроном на картину чисто волновую, где это есть просто некая размазанная волна по всему пространству, то сразу же все становится понятно. А, кстати, вот эти самые частоты излучения, которые есть разности частот, ну, спектральных термов, это просто частоты биений.
Это же очень просто. Вот если у нас есть промежуточная переходная форма, где есть ну, как бы смесь двух волн с двумя частотами, то вот в этой плотности заряда, которая квадратична, будет перекрестный член, будут биения, которые будут колебаться с частотой равной разности вот этих двух частот. И поэтому раз плотность заряда с такой частотой колебается, ну, значит, она излучает электромагнитную волну с такой же частотой, с какой надо. И понятно, что она монохроматическая, все якобы становится понятно. На что Бор тоже логично отвечал, что зато возникают противоречия в других местах, как раз в тех, где электрон действительно наблюдается как частица. Вот в том же самом фотоэффекте или во всяких там экспериментах, где можно видеть отдельные квантовые события там на сцинтилляционном экране или еще где-то, как маленькую вспышечку. И что Бор говорил, что... Бор говорил, что мы не можем наглядно представить себе квантовый скачок, потому что те понятия, которые у нас сформировались в обыденной макроскопической жизни, недостаточны для того, чтобы, ну, для описания атома. На что Шрёдингер отвечал, что его не интересует философия и всякие там понятия, откуда они взялись, его интересует, что происходит в атоме. Квантовая механика на этот вопрос не отвечает. Ладно, то есть вот примерно такие у них были точки зрения. В конце концов, от этих непрерывных с утра до поздней ночи дискуссий Шрёдингер просто буквальным образом заболел. И лежал там в этой самой комнате больной с высокой температурой. Бор приходил к нему, садился на край кровати и говорил: «Ну, Шрёдингер, ну вы же должны понять, что то-то, то-то и то-то». А так они ни к какому общему соглашению и не пришли. Вот так закончилась как бы первая такая философская, уже в каком-то смысле, дискуссия о квантовой механике. Ну ладно, теперь, значит, естественно, когда появилась вот эта волновая механика, люди стали ее применять. И одним из первых применений, причем на самом деле действительно очень интересным и в дальнейшем очень важным, было применение к задачам о рассеянии электрона на атоме. Этим вопросом очень интересовался Борн еще с давних пор, но плюс к тому он в Геттингене находился в одном здании с Франком, с экспериментатором, который занимался, в частности, всяким рассеянием. Поэтому был прямой социальный заказ на теоретическое описание процессов рассеяния. Борн разработал, это тоже на самом деле исключительно важный вклад, разработал борновское приближение для рассеяния, которое с тех пор применяют, собственно, все и везде, и когда можно, и когда не очень можно. То есть это просто вариант нестационарной теории возмущений, вариант теории возмущений, но в непрерывном спектре. Значит, он получил формулу, всем известную, написанную в любом учебнике, для амплитуды рассеяния. И вот тут-то он никак не мог согласиться вот с такой чисто непрерывной интерпретацией Шрёдингера, потому что получалось бы, что электрон попадает на атом, а потом летит во все стороны одновременно, в виде такой волны, которая становится все более разреженной при удалении от этого центра рассеяния. Ну, а тогда Борн предположил, собственно, предложил вероятностную интерпретацию. Это действительно был некий, судя по всему, новый шаг. То есть Борн сказал, что модуль пси-квадрат – это плотность вероятности найти электрон там, в данной точке. Тут уже нет никаких проблем, если есть там несколько частиц, и волновая функция зависит от всех там 3n координат, то это будет все равно плотность вероятности только в 3n-мерном конфигурационном пространстве. Тут нет никаких причин возражать.
С другой стороны, эта идея довольно сильно похожа на некие достаточно смутные идеи Эйнштейна и, на самом деле, заметно более четко сформулированную идею Слеттера, которая у него была до того, как его Бор и Крамерс переубедили. Про то, что плотность энергии электромагнитного поля, которое есть квадратичное выражение, вот, собственно, по напряженностям поля, по E и H, пропорционально вероятности найти в этом месте фотон. На самом деле, вот именно для фотона это как раз весьма скользкий вопрос, там из-за его нулевой массы покоя это очень сильно особый случай. И насчет плотности вероятности найти фотон в данном месте пространства, такой штуки, в общем-то, не существует на самом деле, так строго разбираясь. Но тогда этого еще никто не знал, и некая отдаленная аналогия, конечно, была. Вот квадрат какого-то поля дает плотность вероятности. Но там же Борн по ходу дела продемонстрировал, что, ну вот, например, я думаю, что эта формула у меня даже есть, а вот она, эта формула, что если есть... какой-то набор энергетических уровней и соответствующие им волновые функции, то средняя энергия... Например, наша частица находится в состоянии сумма там cn psi, то тогда средняя энергия в этом состоянии действительно будет даваться формулой модуль cn квадрат на en. То есть модуль cn квадрат вот в этом вот разложении можно интерпретировать как вероятность того, что вот эта наша частица находится в n-ном состоянии, имеет энергию e. Тут же быстренько кто-то, вот тут у меня написано, Венцель, применил это борновское приближение к рассеянию в кулоновском поле. И получил в точности формулу Резерфорда. Вообще формула Резерфорда удивительная штука. Как ни считай, всегда получается одна и та же формула Резерфорда. В классической механике она получается, в первом борновском приближении она же получается. И если точно решать квантово-механическую задачу рассеяния, тоже получается все та же формула Резерфорда. Но это исключительный случай кулоновского поля. В нем вообще много сюрпризов. Потом Борн... как он это формулировал? Сейчас я найду, наверное, его формулировку. Он говорил что-то типа того, что движение частицы описывается вероятностными законами, а сама вероятность определяется причинным образом из уравнения Шрёдингера. Вот так вот. Но дальше он хотел понять, как это все переходит в классическую механику. В классической механике как бы все по-другому. В классической механике мы однозначно предсказываем конечное состояние. Если мы знаем начальное состояние частицы, они там как-то движутся по каким-то траекториям, и мы определяем это конечное состояние. И на самом деле именно этим в значительной степени, хотя, наверное, не исключительно, мотивируется то, что Борн осенью 26 года стал рассматривать адиабатическое приближение. Сейчас это как-то связь с вот этими вопросами вероятностной интерпретации не очень прослеживается, но, наверное, это была одна из причин все-таки, которые его подтолкнули. А вообще адиабатические возмущения – вещь интересная. То есть если у нас есть вот квантовая система в n-ном энергетическом состоянии, а теперь мы помещаем ее в какое-нибудь там внешнее поле, которое очень медленно зависит от времени, то почти всегда, я уточню сейчас секундой позже, почти всегда переходов между разными состояниями не будет, вот в пределе, когда это поле очень медленно меняется. Оно может, в конце концов, измениться сильно. Важно, чтобы оно менялось медленно. Почему почти всегда? Это верно, пока нет пересечения уровней.
Когда есть пересечение уровней, то переходы ну вот, с одного из этих старых уровней на любой из новых происходят с вероятностями порядка единиц. Ну ладно. Значит, вот он получил вот это самое адиабатическое приближение, оценил его точность там какую-то экспоненциально малую и говорил, что а вот в классике всегда обычно любые воздействия на нашу систему меняются со временем много медленнее, чем характерные атомные частоты, поэтому мы находимся именно в пределах применимости адиабатической теории, и поэтому переходы не происходят. И если в начале одна из этих вероятностей равнялась единице, то в конце, после всего этого, та же вероятность от того же n будет равна единице, остальные практически нулю. И мы возвращаемся к чистому причинному описанию классической теории. Так, сейчас мне надо оценить, сколько осталось времени. Ага, ну ладно. Значит, потом это все тот же самый 26-й год, в который, в общем-то, уместилось огромное количество событий. Несколько человек сформулировали некую единую схему, в которую укладывалась и матричная механика, и волновая механика. То есть до этого момента, в общем-то, они существовали довольно-таки отдельно. Ну, была показана их эквивалентность, но эквивалентность еще не означает, что это одно и то же. Это все равно были два существенно разных языка для описания одного и того же. И на самом деле вот эта единая схема, она в то время называлась теория преобразований, и создал ее в основном Дирак. Но у него тоже в предшественниках, у него был некий предшественник, а именно Лондон, который, ну, в общем-то, заметную часть этой теории преобразований, не самую большую, но вполне не нулевую, создал чуть раньше Дирака. И кроме того, практически одновременно с Дираком эквивалентную вещь этой дираковской теории преобразований придумал еще и Йордан. Но у Йордана все было просто существенно громоздче математически, и статью Йордана люди просто не поняли. Поэтому основным вниманием пользовалась именно вот статья Дирака. Это что? Ну, это где-то осень 26-го года. Дирак приехал в Копенгаген к Бору, жил там несколько месяцев и написал вот такую очень важную статью, после которой слова матричная механика и волновая механика практически устарели. Они слились совершенно в одну единую теорию, которая и называется квантовая механика. А вот. Ну, значит, он сформулировал там по существу все на вполне современном языке. Существенно позже он придумал еще вот эти самые обозначения бра и кет. Обозначения бра и кет появились вообще аж в 1939 году, как я вижу. Но по существу все то же самое, только без специальных обозначений, которые на самом деле сильно облегчают жизнь, содержалось уже вот в его статье 26-го года. То есть это была некая совершенно общая такая единая теория, из которой можно как частный случай получить и шрёдингеровскую волновую механику, и матричную механику Хайзенберга с авторами, и кучу других вариантов, которые ранее не рассматривались тоже, все что угодно. Ну, значит, следуя нашей традиции, я тут напишу несколько формул из этой теории преобразований, используя обозначения бра и кет, которых тогда не было, но были формулы в точности эквивалентные, просто обозначения были чуть более громоздкие. То есть мне, честно говоря, обозначения бра и кет очень нравятся, они действительно все делают максимально
максимально простым, максимально понятным. Ну вот, значит, что говорится? Говорится, что вот есть линейное пространство, пространство состояний. Что это такое? Пространство каких-то функций пси или пространство там, бесконечных столбцов чисел, как у Борна-Йордана или еще что-то, совершенно не важно. Важно, что есть линейное пространство, мы можем в нем ввести базис. Уважающий себя базис должен быть ортонормированным. То есть скалярное произведение n-того базисного вектора на n-тый должно быть равно дельта m. А кроме того, любой уважающий себя базис должен быть полным. И полнота записывается в ныне всем известном виде, что вот такая вот сумма по всем n должна быть равна единице, единичному оператору, что означает, что любой вектор пси можно разложить по этому базису. Вот я беру, просто вставляю вот эту единицу и получаю, что это есть базисный вектор на некое число, скалярное произведение нашего вектора состояния пси и n-ного базисного вектора. Вот эти вот величины я сейчас пока пишу для дискретного спектра. Как раз в случае непрерывного спектра, тоже рассмотренный Дираком, вот там он ввел дельта-функцию и сделал большую пользу нам всем тем самым. Но пока что роль волновой функции в представлении n, так сказать, играет набор чисел вот этих вот скалярных произведений, ψn. А что играет роль, матрицы или оператора? Ну, понятно, что. Значит, любой оператор, например, можно написать точно так же, если вставить вот это условие полноты слева и справа. Это можно написать как m, скажем, m, a, n, на n. Вот эти вот штуки. Это матрица. Это вот ровно та самая матрица. То есть, если, например, в качестве состояния n взять состояние с определенной энергией, да еще и спектр, например, у нас дискретный, как вот здесь в обозначениях предполагается, это в точности матрица Хайзенберга-Борна-Йордана. А это некие столбцы, векторы, на которые эти матрицы умеют действовать. В частности, если какое-то, если выбрать собственный базис вот этого оператора А, то есть оператор А, действуя на n-ный вектор базиса, дает просто число АН на этот же вектор базиса, то тогда эта матрица получается диагональной, то есть тогда матричный элемент МАН будет равен АН на дельта М. Это вот ровно то, к чему для случая H стремились Хайзенберг, Борн, Йордан. Они сформулировали основную задачу квантовой механики, как диагонализовать гамильтоновую матрицу. Найти собственный базис, базис таких векторов вот в этом нашем пространстве, что эта матрица стала диагональной. Тогда очень легко найти формулы перехода к другому базису. Вообще говоря, базис совершенно вещь не единственная. Давайте будем считать, что есть какой-то базис n-штрих, например, который, вот этот вот вектор нового базиса можно, естественно, разложить по векторам старого базиса. Опять используем все то же соотношение полноты. То есть вот это получается некая таблица чисел, которая описывает переразложение новых базисных векторов по старым. И этой таблицы чисел достаточно для всего на свете. Какие у нее свойства, у этой таблицы чисел? Свойства у нее, давайте я еще напишу уж для полноты картины сопряженную формулу. Это будет сумма, m' на m. Это та же самая формула, только сопряженная. Мы хотим, чтобы новый базис тоже был ортонормированный. То есть мы хотим, чтобы m' n' равнялось
дельта М-штрих-Н-штрих. А что это такое будет, если воспользоваться соотношением полноты? Это будет, ну вот, М-штрих, скажем, Н, Н, Н-штрих. Это должно быть дельтой М-штрих-Н-штрих. Значит, отсюда следует, что вот эти НН-штрих образуют унитарную матрицу. Потому что, ну, здесь как раз, вот эта штука комплексно сопряженная с такой же, только переставленной, еще ее надо транспонировать, ну, значит, матрица на транспонированную комплексно сопряженную равна единичной матрице. Значит, эта матрица унитарная. Вот эти коэффициенты перехода образуют унитарную матрицу. Ладно. Ну, и отсюда можно легко сразу же найти, что, например, волновая функция в новом представлении N'ψ, это будет что такое? Это будет просто-напросто сумма там N'N на N'ψ, где N'ψ – это волновая функция ψ в N-представлении. Ну и для операторов точно так же. А, скажем, из состояния в новом базисе N' в M'. Это будет, соответственно, опять же сумма, только уже двойная. Здесь будет стоять М'М, здесь будет стоять МА, а здесь стоит Н, Н и Н'. Ну, эти формулы все знают. Я их просто привел потому, что здесь действительно содержатся все ранее рассматривавшиеся формы квантовой механики. Ну, правда, надо учесть еще тонкость, связанную с непрерывным спектром. Ну, давайте вот сейчас я про непрерывный спектр еще пару слов скажу, потому что там появляется дельта-функция. Значит, теперь, допустим, вместо m и n каких-то индексов целочисленных у нас есть непрерывная переменная x какая-нибудь. Вот опять же, будут у нас базисные векторы x, и базис должен быть ортонормированным, и это будет дельта-функция от y минус x. Условие полноты, что любую функцию, теперь уже не вектор, а функцию, можно разложить по вот этим вот, по этому базису, выглядит, ну, точно так же фактически, только теперь будет вместо суммы интеграл. Везде вместо сумм будут появляться интегралы. Интеграл dx x равняется единичному оператору. Значит, если у нас есть собственный базис, то есть если величина А, действуя на x, нет, а давайте я даже и так ее и назову x. Вот оператор x действует на состояние x, дает число x на состояние x. Вот так вот. То тогда матричные элементы у него будут какие? Ну вот y, x, x. Это будет что? Ну это будет x на дельта функцию от y минус x. Это то же самое, что вот было написано вот здесь, только в непрерывном случае. То есть вместо единичной матрицы, такой вот дискретной, мы получаем такую непрерывную матрицу, у которой по диагонали стоят вот эти иксы, вокруг везде стоят нули. Ну, а это вот дельта-функция, которая отлична от нуля только на этой диагонали. Ну и что тут еще осталось? Осталось, скажем, может быть, сказать, как переходить к другому базису. Ну да, к другому базису переходить так. Скажем, если у нас есть базис P, это базис X, скажем, координатного представления, а базис P определяется тем, что это есть E в степени EPX. Ну, чтобы вот удовлетворить всяким там условиям нормировки вот такого типа, лучше здесь написать единицу на корень из 2π еще. Тогда мы получим, вот по аналогии с этой формулой, мы благополучно получим, скажем, qp равно дельта от q
Q-минус P в импульсном представлении. И любую функцию, ну, например, функцию Пси в P представлении можно легко написать сразу. Это будет интеграл, здесь будет P, здесь будет X, здесь будет X, здесь будет Пси, а по dx мы интегрируем. Все то же самое, только вместо сумм интегралы. Ну и дальше отсюда вот легко получить, я уж не буду это делать, то есть в импульсном представлении оператор импульса наоборот диагонален, то есть p на p дает просто импульс на p, а отсюда вот из вот этого Фурье преобразования можно получить, что такое оператор импульса в координатном представлении. Скажем, его матричный элемент из x, в y будет равен ih на дельта штрих от не то y минус x, не то x минус y. Сейчас я не соображу сходу, потому что дельта штрих функция нечетная, и это важно. Если x минус y написать, то да, то это как раз правильная форма. Вот я угадал. Впрочем, случайно, я не помню наизусть. Вот. То есть эту штуку можно получить при помощи вот этого вот преобразования к новому базису. Значит, как в этот единый формализм укладывается волновая механика и как в него укладывается матричная механика? Волновая механика исходит из того, что мы хотим рассматривать собственные функции гамильтониана, то есть h пси n, ну или n лучше я напишу, равняется en n. И тогда вот эти волновые функции есть просто nx. И вот это то, что раньше называлось пси n от x. И они удовлетворяют уравнению Шрёдингера, их можно вот искать, вот решать вот эту задачу на собственное значение дифференциального уравнения. То есть тут получается сходу вся теория Шрёдингера. А дальше теория Хайзенберга-Борна-Йордана получается, ну, фактически так же, только там используются только вот эти собственные состояния энергии. Состояния, скажем, с определенной координатой не используются. То есть там используются только матрицы, там используется то, что h там n, m, это будет en на дельта mn, диагональная матрица. Ну и, соответственно, там используются x, n, m и, скажем, p, n, m. Это величина те матрицы, которые используются в подходе Хайзенберга-Борна-Йордана. В принципе, тут, так сказать, свобода ничем не ограничена. Можно решать уравнение Шрёдингера в импульсном представлении, если так больше хочется по какой-то причине. То есть вот все вот это фактически содержалось. Но я еще раз говорю, вот этих обозначений тогда не было. Обозначения были несколько более неуклюжие. Мне их, в общем-то, как-то воспроизводить не хотелось. Мне хотелось написать все в максимально прозрачном виде. Ну вот, была, вот, как я говорил, еще теория, которую построил Йордан, которая эквивалентна вот этой. Но она формулировалась на таком каком-то аксиоматическом языке. А, вот что я, пожалуй, последнее скажу, и на этом мы и кончим, что тут появилось обобщение вот этой самой вероятностной интерпретации, которая состоит в том, что если у нас есть состояние пси, и мы хотим узнать вероятность того, что эта система находится в состоянии фи, то надо посчитать вот такое вот скалярное произведение, которое называется амплитуда вероятности, и возвести его по модулю в квадрат. То есть состояния, они не являются взаимоисключающими. Если система в каком-то состоянии находится, это отнюдь не значит, что она не находится в другом. Она и в другом находится, но с какой-то вот вероятностью. И отсюда сразу тоже следует, ну, для случая непрерывного спектра, здесь, когда стоит x, то этот квадрат модуля, это будет плотность вероятности, как обычно. Вместо сумм будут интегралы по dx. И все это работает в любом представлении. Можно по этим же формулам искать плотность вероятности в импульсном пространстве, где угодно и как угодно.
То есть вот Дирак сформулировал вот эту вот теорию, то, что он назвал теорией преобразований, сформулировал вот это вот обобщение вероятностной интерпретации независимо, и примерно тогда же такие вот обобщенные формулы для вероятностной интерпретации получили и Хайзенберг, и Паули, и Дирак вот тоже. Ну вот это, наверное, все, что имеет смысл сказать про вот эту единую объединенную квантовую механику, которая называлась теория преобразований. Ну да, и как раз у нас и время кончилось. Все, на этом на сегодня все.